Я не желаю, я если вам честно скажу, вот я не хочу, короче, я не желаю никому такого в 2017 году, 18 году в ночном клубе Мэйшн был убит мой сын. Было мероприятие посвящение студентов. Владельцы клуба и его организаторы растянули это время до 11 ночи, до 11, до 12. Вместимость 500-600 человек. Они вместили туда 1300 человек, как говорят. Там были 14-летние, 15-летние, 16-летние. Там и продавался алкоголь. Но так как показала судмедэкспертиза, сын мой не употреблял, не было у него в организме алкоголя. Там была вот это как бы драка между моим сыном и еще с молодым парнем. Охрана этого клуба вывели просто, как бы не закрыли где-то, куда-то, как, а просто вывели, короче, в коридор, либо идите, разбирайтесь сами. Первым ударил он, тот, который убил. И на лестничной площадке, как бы они, тот, который позвал его, начал ругаться, материть моего сына и толкнул на лестничной площадке. И сын мой, естественно, не выдержал, и там началась потасовка. Они там дрались, этот второй ихний из-под тишка подошел, взял за шею и потащил вниз по лестнице. Сзади подошел, потащил по лестнице вниз. И как бы у него нога волочилась по лестнице, он его бросил. У них, оказывается, в охране было всего лишь 13 человек. На 1500 человек, ну, уже третий год идет, никаких движений, даже никаких, ни малейших движений нету. Меня зовут Рагимова Азада Дубековна. Я обращаюсь к Садыру Нурходжоевичу на бездействие правоохранительных органов, администрации клуба, где погиб человек, что они безнаказанно на свободе, что их никак не наказывают, а моего сына уже нет.